Всем привет, вы на канале Ремплей. Мы продолжаем проходить Far Cry Primal. Мы уже там почти всю карту открыли, нам осталось маленько, погнали. Это пропускаем одно и то же. Сейчас вспомним, давно уже не записывали, да? Сейчас стрим, а сейчас будет записи. Записи. Вспомним сейчас, что и куда нам идти. Нам вроде осталось там 4 аванпоста и 4 костра. Вроде как, но это не точно. И посмотрим. Так, этот чувак нам навыки не открыл. А не, открыл вообще-то. Так, там что-то надо ему, да? Пойдем спросим. Да, вот. Аванпостов 4, костров 6 осталось. И все, и мы всю карту, считай, захватили все аванпосты. Все захреначили. Только они почему-то ресурсы не добывают. Ну, я имею в виду, моя деревня. Добывает-то она добывает, но нередки. Обычные ресурсы добывает. Так, тут что, улучшить можно? Брашта! Шкуру полосатого волка надо. Слишком много мамонтов умирать на севере. Куда мы их убивать? Ехать на мамонте, брат. Костяные деревья рушить, звери защитить, раздавить удом, на мамонте гонять придется. Давай сейчас наберем всяких заданий, да? Целую гору. Звери удом напасть на старый дом Линда, разбить тотем, съесть мою руку. Я не исправить руку, но я исправить тотем. Ты убить удом обмоченный, ты забрать обломки тотем, когда я построить новый тотем. Для Винджа новый тотем. Так, ладно, набрали мы тут это все второстепенные, да, задания. Основных вроде пока нет у нас. По основной сюжетке там не к шаману ли зайти надо, пойдем сходим. По основной сюжетке имеем. Вот проверим, что ж шаман нам даст. Что он нам даст по квесту, по заданию? И уже пора ее завершать, проходить. Это уже какая, наверное, 20 с лишним серию. Да, это по основной сюжетке тут. Ну, что делать там? Опять же, сейчас какой-то гад спит. Ой, друг, кипеть. Кипить кровь солнца. Ты смотреть, что кормит солнце ходов огня. Фу, опять какую-то гадость смотреть. Опять какой-то дерьмовый. В натуре шаман какой-то хрень, боит вообще непонятно. Все, башня съехала. А я говорил, не пей всякую гадость. Контрольная точка. Типа я видение огонь. Что-то пугать Изила. Ну, типа я смотрю ихними глазами, да? И не трогать,
Гради. Гради. Не трогать, Крати! Крати не трогать. Все в огне. Изила боятся Крати, я нести Крати. Там какой-то огонь Крати. Все Изил боятся огня Крати. Удерживай и нажми, чтобы выстрелить метеоритной стрелой и обрушить на врагов ярость солнца. Убей 5 врагов, чтобы зарядить огонь Крати и получить возможность сделать мощный тройной залп. После тройного залпа вы переключаетесь назад на метеоритную стрелу. Вроде как бы надо сотрелять вон туда. Вон или нет. Метеоритами швыряешь. Жестко. Вот это прет его. Да? А че он не идет? Вон Крати, так арма бьет. Наберись за стоячих камней, окей? Сделай. Жестко, жестко. Огонь Крати. Такар жесткий чувак. Че, у меня такого лука нет, да, в основной игре? Я весь горю прямо. На тебе тройной. И мимо, смотри. Ёлы, жёстко падает, вообще нормально. Огонь Крати. Так и назовём эту серию, да? Ну кто по мне? А я лечиться-то не могу, что ли? Залп тройной. Жестко прям бахнет. Кто? Не вижу. А контрольная точка была еще. И мимо, смотри. Здравствуйте. Здравствуйте, огонь Крати вас. Вам огонь. А они хотели огонь. Повелитель огня, да? Повелевайте. Три тотема просто. Уходи.
Еще один осас. Кто? Кто меня так? Кто? Где? Сколько их там? Не разрушил. Это крыша, что такое сейчас? Ты то бегаешь, ты стоишь на месте. Не, я не успеваю отхилить, идите в задницу. Эй, вы че? И мимо, смотри, мимо, охренеть. Надо ближе подходить. Больно атак идет от них. Да уходи ты, гребаный камень. Это почему мимо-то? Кто знает, ну почему мимо? Я прям туда палю, вот прям цель. Ну неужели? Мозг вообще огонь кратит. Они, короче, метеорит боятся, да, как я понял, что он будет создать. Он их выжжет и создал. И тройной выстрел, чтобы расколоть луну. Заряжается. Да кто там по мне стреляет? Откуда? Вот откуда прилетает. Тут прям какой-то этот, как шаман, да? Иначе. Очуметь, ты видал? Насколько это жестко. И уже планеты ломают. Это жесть. Где они? Это получается, ну она со мной, да, разговаривает тут вот, что-то. Говорит что-то там, да? Ух, не заряжается. Достреляли там все? Да. По-жестко. Чё он не заряжается? Да где ты, крыса? Я не вижу её. Её нет. Её нет. Ты её не увидишь, потому что её нет. Где вот она? Ну, кажется, где-то вон там, блин. В космосе. Кто? Ну чё так много атак-то? Откуда? Ой.
на тройной зал. А чем мы? Все целую луну жахи. Это, ну, она со мной дорога разговаривает, да, вот эти вот там все человек. Целую расколоть, представляешь, так в реале, да? Расхреначит целую. Есть! И чё, все типа, ну, они все умрут. Вся Изила, вся ёшняя я. Деревня умрет, если я раскалю луну, да? Контрольная точка ведения огня завершена. Это что получается, нам надо расколоть луну в реале? А что, и шаману досталось? Я видеть конец солнцехода. Нет, конец Уруса, конец всех. Все, чего солнцеходы боятся. Ты видеть маску. Крати. Мне снова это снится. Вон. Акис. Ты ходить. Ну, в этой серии мы раскололи луну. Богиня Крати, наверное. Скорее всего, так зовут. Луну расхреначили. Поняли, чего боятся солнцеходы. Они боятся, что весь Урус умрет. То есть и они будут никому не нужны, и они умрут, и вся планета развалится. А развалится она только тогда, когда мы взорвем, что правильно, Луну. Так, давай позахватываем... Аванпосты нам сколько осталось? 4. А где они у нас вообще есть? Так, ну вот аванпост есть. Давай вот отсюда сейчас попробуем захватить его. В принципе, по основной сюжетке мы уже продвинулись. Соответственно, мы видели конец солнцеходов. Чего они больше всего боятся? Боятся они больше всего откиснуть. От одиночества. Ну ничего, со мной кровавый шрам. Ну конечно, сейчас уже тяжко захватывать, да? Всякие вот такие, ну, аванпосты, они уже прям жесткие такие. Но нам осталось... Это ни хрена, да? Молодец, кровавый клык. Так. Нам надо как-то вот тут сейчас пройти. Нет, нам надо вот туда, да? Ну, короче, по этой горе идти.
А этого кровавого получится. Да. Что он там заорал? Варпрара! Или раз откис, кто еще? Еще кто-то хочет смерти. Там, кстати, ну, за ледоволком сходить. И кровавый бивень у нас есть. Ледоволк, кровавый бивень. Две большие охоты. Так, я правильно иду? Мне надо вон туда больше. Ну тут только вот через это пройдешь, ну через каньон. Иначе там никак не пройдешь, там все горами обставлено. Этот аванпост, наверное, верный, скорее всего. Ну, он подземный, мне кажется. Находится он под землей. А под землей будет гораздо сложнее захватывать. Так. Вижу подъем. Давай по крюку сейчас залезем. Я думаю, за эту неделю мы уж, наверное, пройдем по-любому, да? Пока. Ну, я имею в виду, вот, который с понедельника будет. Будем чисто... Его записывать надо завершать уже с ним. Да проходить осталось тут уж, я думаю, маленько, не очень много. Хотя, если все открыть, все пещеры пролазить, это в принципе довольно долго. Ну, увидим, посмотрим, как тебе пойдет. Так, тут я не смогу подняться, да, наверное. Ну, логично. А где я смогу подняться? Вот здесь. Потому что, как я понял, мне надо идти на самый верх, потом спускаться в каньон. И в этом каньоне аванпост. Скорее всего. Не, ну, взорвать луну довольно-таки прикольно сделан такой квест. Смотрится, по крайней мере, эпично, да, как из стрелы по луне, аж жахаешь, и метеорит туда, бам-бам, врезается. Так, есть крюк. На, поднимаемся. Мне интересно, как поднимается кровавый клык. Так, вот он, этот гребаный аванпост сейчас начинаться будет. Правильно иду? Да, все правильно, он находится именно в пещере. Как я и говорил, сейчас мы его захватим, и останется нам 3 аванпоста. У меня, кстати, есть... Знаете, что есть? Нож ярости. Можно будет... Из укрытия этот нож кинуть, и они начнут друг друга атаковать. А это хорошо. Ой, блин, чуть не упал. Жестко. Я бы раз и шлепнулся. Сейчас будем из укрытия работать, кинем наш ярости и посмотрим. В принципе, ну я ради этого и прокачивал его вообще.
закупаемся, но так тут есть что? Из ресурсов ничего нет. Блин, ты смотри, какие, ну уже замученные эти. Ну, аванпосты. Вот попробуй, найди его. Коллег где-то в глубине, тут надо лезть к нему. Это типа скальный проход получается. Вот сейчас будет аванпост. А, так мы ж тут это делали, как он? Выполняли квест по кровавому клыку. Большая охота у нас тут была. Мы мимо пробегали, но мы заняты были. Да, вот как раз этот кровавый след и есть. Точно вспомнил. А там аванпост. Ну, у меня ножи ярость. Я попытаюсь сейчас... задействовать их. Так. Все равно не дострелю. Больно далеко. Пойдем спускаться. Кровавый клык за мной. Не ори, я знаю, что мы рядом. Аванпостик надо будет взять. Я хочу из укрытия действовать. Больно далеко отсюда, не докину. Спустимся. Тихо, 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 рядом, вообще рядом. Вот сейчас нормально. Еще одному я раздал. Ну меня же, ну они не видят, правильно? Сука, враги оповещены, все пизда. Все пиздец. Сдохни ты, козёл! Я хуе какой жирный. Ты сдохни. Его нельзя убить, короче, он бессмертный. Я думаю, сейчас, наверное, захватим вот так. Нет, нет, точно. По две стрелы это хорошо, но и они уходят очень хорошо. Опять от Годзиллы. Ну что, я захвачу этот ваш обоссанный аванпост. А что, у меня так обмоченный, значит, аванпост такой.
Где у меня кровавый клык-то? Пусть маленечко походится. Давай. Ты не такой, что дурак, что ли? Вот, давай. Это все на меня, на одного. Ничего, получается. Давай. Айрон Бибак. Не всех убил. Стрелы восполним, но потратим. Особенно вот на этих, с двухручной, с двухручной дубиной, да, которые, то есть на них вообще прям... Еще кто-то есть. А вам пост не захвачен? Да, вон я же говорю, кто-то еще есть. Где? Есть, захватили. 12 или 13? Ну, какой? А, он после всего 15, сейчас остался лет 13. Так, 126 населения, ресурсы они вообще не добывают. Ну, пойдем тогда сразу захватим костер, да, пока тут. По горячему следу-то. Идем сейчас сразу и захватим. Кострище. Кострище-то его быстро захвачу. Там, ну, 2-3 врага и все. Кстати, по зимней одежде, я помню, что-то хотели, да? 4 навыка позволяют... Получать еще меньше урона в ближнем бою или при нападении зверей. Да, оставим. И одежду я так и не сделал вроде. Кура редкого яка, кстати, нам редкий як надо, не забываем. Они ядом травят, я не вижу ничего. Какой жирный. Ядом травят сзади. Плюс один житель. Так армагет, так армагет. А где нам найти редкого яка? Надо в следующей серии по заданиям будет в деревню сходить. Мы опять там всякой хрени, ну, набрали, там что-то пещеру обследовать, потом на мамонте погонять, всех поубивать. Тудым-сюдым. Это обычный медведь. Обращай внимание, кровавый клык, пойдем. У них есть медведь. Их не основная проблема. Я, кстати, уже выхожу на другой предел, да, на другой предел саблезубый тигр. Пещерный медведь. Вон у меня тоже. Пещерный медведь. Давай. А залезть тут никак нельзя. Рэма, хватит лаять там. Тут, наверное, должен быть типа для крюка, для кошки, нет? Че, серьезно? Убейте всех врагов, надо еще подняться. Ишь, они какие умные. Убить всех врагов. Как убить-то?
Ни веревки, ни крюка, вообще ничего нет. Видишь, какие молодцы, убейте. Давай с другой стороны. Та сторона, потому что что-то как-то пустовато. Там нет ничего такого особенного. Проходим здесь. Вот, крюк, кошка, вот уже нормально. Сейчас мы его быстренько оттеребунькаем, этот костерчик. Там ничего сложного нет. Тебе конец, Вася. Кто победит, если Удом против Удом? Снял прям четко. Ну давай ты, паразит, выйди оттуда, блядь, смотри, шкирится. Ну давай, выйди, сейчас сразу ляжешь. Вот это что так как-то, что с меткостью-то, что? Все, костер, да. Захватчик. Да и нет. Зажги там, какая у меня кнопка. О. Да, еще костер захвачен. Один амапост, один костер и взорвали луну. В принципе, довольно нехило. 5 костров осталось. Сколько плюсом-то? Плюс 30. 130 человек, а они вообще не собирают ресурсы. Обнаглели. Ну, мало-мало. Для 130 человек, вот, их не ресурсы, это прям мелочь вообще. Они очень мало собирают, прям. Вот. Ура редкого белого яка появилась, хотя бы одна, и то плюс. Давай позабираем из мешка, чтобы хоть проявить уважение, да, чтобы они видели, что это не напрасно мы это делаем. Что не напрасно они это дело собирают, точнее. Так, а вот, кстати, ну, зимняя одежда, я прав? Да. Теперь у нас есть полная защита от холода, соответственно, мы уже можем идти потом на север. Спокойно ходить, не боясь, что мы замерзнем. Но это уже будет в другой серии. Давай до рассвета выспимся, все-таки длинный путь сделаем. А расцветет сейчас. Леопард так и не находил вообще. Есть? Нет, может, где? Ну, не, ну они не северные, они где-то в тепле должны быть. Кровавый клык сторожит, молодец. Так, давайте сохранимся. Прошла сохранёнка, да, все нормально. В следующей серии посмотрим. Пойдем либо по квестам в деревне сходим, да, вот, которые мы взяли там. Может, они и не основные, но делать их надо.
Может, на охоту сходим. И по основной и сюжетке, соответственно, дальше продвигаться. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте про колокольчик. С вами был Рэмплей. Всем до встречи и всем пока.